может быть, это странно будет слышать, в принципе, понравилась система распознавания, как Сергея вычислили, что это именно он, потому что на том видео, которое официальное, где он бросил свой стакан, там вряд ли можно было вообще понять, что это за человек. Наверное, компетентные люди отсмотрели, наверное, другие видеосюжеты, вычислили маршруты Сергея, вели его там по всем камерам наблюдения до тех пор, пока он не попал там в поле зрения какой-то камеры, ну, крупным планом, например, в метро. Вот это как раз мобильные камеры, чтобы удешевить моменты по оборудованию каких-то определенных точек. Ну, смотрите, массовые собрания людей происходят не всегда в одном и том же месте. Да? Более того, люди начинают передвигаться. Ну, возьмем ту же прогулку по Бульварному кольцу. Вот решение проблемы. Поставили машины на перекрестке, фиксируйте. Эти подразделения, эти структуры, как бы основные заказчики, это наши основные реализованные проекты вместе с Департаментом информационной технологии Москвы. И также мы работаем сейчас не только в Москве, но и в других регионах. И сейчас есть несколько пилотов тоже в крупных регионах России, но, к сожалению, пока не можем их публично называть. Нужно понимать, опять же, кому эти машины принадлежат и где истребовать. Если вы знаете, что такие машины были, то вы должны обезопаситься этим вопросом. Да? Ну, извините, долго ли сфотографировать автомобиль с его госномерами, с выдвинутой этой антенной, и просто каким-то образом постараться эту информацию сохранить. Если к вам будут какие-то претензии, а вы были в зоне действия этой камеры, скажите, пожалуйста, я ничего противоправного не делал, вот запись вот с этой камеры, пожалуйста, истребуйте. На мой взгляд, очень прогрессивно с точки зрения ловли каких-то преступников, именно уличных, там, шпионов каких, но настораживает и пугает, что это тотальная слежка за всеми гражданами.